В рейтинг университета входит 55 предметных областей в сфере естественных, инженерных, биологических, медицинских и социальных наук. В этом году в список попали более 1900 университетов из 104 стран. Россию представляют 20 университетов, фигурирующих в 35 рейтингах. Южноуральский государственный университет впервые вошел в 9 областей и стал лучшим российским университетом в предметных рейтингах: наука об окружающей среде и инженерная защита окружающей среды, энергетика и энергетические технологии. Также ВУЗ стал единственным представителем среди университетов Уральского федерального округа в направлении машиностроения и экономика. И только наш университет из всех российских вузов вошел в предметный рейтинг «Финансы». Обязательным условием для участия университетов в этих рейтингах является число их публикаций за пятилетний период в конкретных предметных областях. Университеты в каждой предметной области оцениваются по 5 индикаторам – научной продуктивности, индексу цитирования, международному сотрудничеству, числу публикаций в лучших журналах, число сотрудников, получившие престижные научные награды.